Есть одежда, есть дом, есть машина. У нас машина, у вас... у всех есть что-то в жизни. Да? Есть квартира, дом, да? Дача. Вот. Называется имущество или собственность. Я думаю, что такое имущество, такие имущества, как я сказал, на самом деле приносит нам какое-то счастье, в основном физические удовольствия и физические как счастье, да. Например, у человека есть имущество, которое называется дом, да. Да, дом, который защищает от болезни, который защищает от как дождей, защищает от жары. Да? Крыша, которая защищает от любых, как называется, катастроф, да? Природных катастроф. И в буддизме Будда говорит, что есть, называется, благородные имущества. Благородные имущества – это духовные имущества человека. Вот. Имущество духовное или благородное имущество в буддизме есть семь штуки или семь темы. Да? По пунктам мы можем определить на семь имущества. Вот. Почему я назвал благородное имущество? Потому что такие имущества не приносят нам страдания и проблем. Да. Есть очень много имущества, которые приносят нам страдания. У меня машина, да? Деньги на машине. А деньги, которые я купил машину, я думаю, что машина приносит мне только удовольствие. Я, наверное, недели назад или три, я понял, что машина приносит мне страдания больше, чем счастье. Да? У меня дом, который я открыл как будто вихара. Я думаю, что приносит мне счастье, на самом деле расходы. Только в этом году я спросил Ачан Дудон, скажите, пожалуйста, у нас 11 месяцев, через месяц будет ровно год, что вы приехали из Таиланда. У нас дом, расход на дом сколько?
по деньгам сколько? Он говорит, что ну, 350 тысяч рублей. Да? Дом, который приносит мне счастье, я могу читать лекции, я могу ночевать, я могу спать, я могу душ принимать, я могу кушать, я могу кушать, я могу подраться с кошкой, там, я могу поговорить со собакой, дом, который приносит мне и удовольствие, физическое удовольствие, и моральное удовольствие, конечно, приносит мне моральное удовольствие. Но я могу сказать, что материальное имущество приносит нам страдания больше, чем счастье. Я переживаю, уехал домой, каждый раз я переживал. Я переживал имущество, которое называется собака. Я переживаю о кошке, да? Думаю постоянно, как моя кошка кушала, не кушала. Как она ходила в туалет, кто открыл окна, кто пропускает, что она после туалета пришла и сидит на подоконнике, кто пропускает. Я переживал. Сидел дома в Таиланде и переживал. Это называется материальное имущество. Одежда тоже. Сегодня мы купили, да? Одежды мы купили, обуви мы купили, да? Еще много украшений мы купили, но иногда такие вещи, имущество, которые приносят нам не только удовольствие, и страдания. Вот. И все более украшения, драгоценные камни, там, драгоценности, которые мы имеем. Мы имеем, я купил, например, украшения, золотые украшения, я переживаю, которые люди украдут или не украдут. Да? Люди украдут или не украдут? У меня компьютер. Или я где-то забыл, а люди забрал. Да? Ну не украли, просто забрали. Вот я переживал, я страдал. Поэтому Будда придумал, называется, духовные, благородные имущества. Первое духовное, благородное имущество называется на санскритном языке пали. На санскрите называется сарта. Да, сатта. На языке пали называется сатта. Что значит сатта? Сатта это значит, можно переводить как уверенность. Можно переводить как вера. Да? У человека надо иметь какую-то веру. Не только, когда мы говорим о слове, когда мы говорим о вере, не религия, а именно внутренняя уверенность. Когда человек имеет уверенность в себе. Когда у вас уверенность в себе. Когда вы можете верить в себя. И когда вы можете верить в людей, которые достойны для доверия. У человека очень важно иметь такое имущество. Вера, если как православный человек, да, православный человек, я думаю, что надо иметь веру к Богу. Вы должны верить в Бога. Вы никаких сомнений, что Бог есть или нет. Если православный человек у вас окончательный, я верю в Бога. Если человек, который занимает буддистом, у него никаких сомнений о Будде. Мой ученик пришел ко мне, Ачан. У меня такое сомнение, Будда был или нет. Он учился в монастыре. И он спросил Ачан, скажите, пожалуйста, Будда есть или нет? У него еще нет. У него еще нет веры. У него еще нет доверия. У него еще нет уверенности. К себе, когда человек есть вера, это значит, у человека есть уверенность. Человек, который может верить в себя. По-английски называется self-confidence. Да? Он должен верить, в первую очередь, верить в себя. Он должен верить, что все возможно. Когда мы говорим о нирване, да? Когда мы говорим о просветлении, если вы не верите, что состояние нирваны существует, зачем вы занимаете медитацией?
Если вы не верите, что Бог есть, а зачем вы православный человек? Если у человека есть сомнение о Боге, о Будде, да, о духовной практике, духовный путь, это значит, у человека нет на свою уверенность. Или у человека нет доверия. Или у человека нет веры. Поэтому, когда мы говорим слово «вера», не только что как религия верит, религия. Религии не надо верить. Религии надо изучать, религии надо практиковать, религии надо размышлять, религии надо как называется, обсуждать, религии надо сниматься серьезно. Религия — это не бег для веры. Люди думают, что религии надо верить. Просто верить, но без ума — это неправильно. Вера без понимания, я могу сказать, что это есть глупости. Одно и то же. Да. Поэтому Будда говорит, что благородное, как имущество человека, первый на свой сатра. Он должен иметь уверенность в себе. Вы должны верить, что я могу выйти из самсары. В первую очередь, когда Будда ушел из дворца, у Будды есть уверенность, я могу выйти из самсары. Когда Будда бросил, вы понимаете, королевство, свое собственное королевство, через 2-3 года он должен стать императором. Будда бросил. Уверенно бросил. Я могу выйти из самсары. Я могу найти путь, который помогает мне выйти из страдания. Я могу помочь людям, чтобы выйти из страдания. Будда, у Будды есть уверенность в таком уровне. Человек решил поехать в Таиланд, да, учиться в монастыре. Есть еще уверенность, что я могу жить в монастыре. Нет смысла. Поэтому русские, которые когда сказали мне, что я поеду в Таиланд учиться в монастыре, русские парни, я буду учиться 10, 15, 20 лет, я дам 2 года. Потому что нет уверенности. Нет духа. Ну, нет. Дух. Как борец, который пошел на ринг, нет дух. Понимаете? Трус. И Будда говорит, что в первую очередь человек занимается духовной практикой и чем, неважно какой. Даже вы хотите быть инженером, вы хотите быть дипломатом, вы хотите быть экономистом, вы хотите быть менеджером, вы хотите быть инструктором, вы хотите быть учителем, преподавателем, вы хотите быть капитаном самолета или на корабле. Вы должны иметь уверенность. Вера. Вы должны иметь веру. Что я могу сделать? Первое внутреннее имущество человека. Называется вера, уверенность или доверие по отношению к себе, что я могу сделать. Я могу сделать. Я приехал в Россию, да, 16-17 лет назад. Очень холодно, да, много дождей, когда я приехал в сентябре, в 97 году. Дожди постоянно, ужасно, зима. Постоянно дожди. Я думаю, ужасно зима, постоянно дожди. Первую неделю сентября ужасно зима. Такой зима я не могу терпеть. На самом деле еще не зима, а я думаю, уже зима конкретно. Вот. А я боюсь, я не боюсь ничего. Я буду учиться и получить диплом. Закончил, я буду поступить в аспирантуру, буду защищать диплом. Вы понимаете? У меня вера, то я могу сделать.
Поэтому, если вы хотите достиг какой-то успех, неважно, каком уровне, вы можете верить в себя. В первую очередь, вы должны верить, что я могу сделать. Вы должны иметь самоуверенность. Самоуверенность. Вы хотите быть дизайнером, вы хотите быть инженером, вы хотите быть юристом, вы хотите быть менеджером, вы хотите быть там дипломатом, вы хотите быть продавцом, очень успешным продавцом. Вы должны иметь, что я могу сделать. Очень важно, на самом деле, иметь очень сильный дух. Очень важно, как человек, да, это очень важно для человека, который занимает духовную практику. Вы не думаете, что духовная практика, ой, очень глубоко думать о нирване постоянно. Перед тем думать о нирване, надо думать, что я могу достичь или нет нирваны. Перед тем думать, что я могу, вы понимаете, достичь нирваны, вы должны иметь уверенность. Вы должны иметь дух, что я могу достичь, как я хочу. Не боится ничего. Понимаете? Не боится ничего. Надо иметь очень сильный дух. Это первый. А второй, да, внутренний благородный имущество человека называется сила. Называется нравственность. Да, нравственность. Деньги — это не имущество настоящее. Деньги сегодня есть, а завтра нет. А послезавтра будет деньги. Иногда есть, иногда нет. Иногда каждый месяц вы тратили там 30, 40, 50, а потом через 2-3 месяца деньги нет. А потом каждый копейки в одной комнате вы собираете покупать крем. А потом через какое-то время деньги появились опять. А деньги — такое имущество, деньги, богатство, да? Дом, машина, украшения. Они иногда есть, иногда нет. Но не на... поэтому Будда говорит, что это не настоящее имущество. Настоящее второе, настоящее имущество человека называется нравственность. Когда человек, у человека нравственность, человек очень богатый. Человек хороший, да? Когда человек, у человека нравственность, это значит человек хороший. Когда человек хороший, человек добрый, человек очень богатый. Попробуйте, человек имеет очень большие деньги, но очень жадный, человек очень бедный. Вы видели человека, который очень богатый, но очень бедный? О, бедные люди. Вы понимаете? Ездить на дорогие машины, ездить на Бентли, ездить на Ламборджини, да, ездить на Лексус, ездить на дорогие машины, Хаммер. Но человек очень бедный. Бедный-бедный, вы понимаете? Потому что качество богатства, мы не читаем, сколько деньги у него есть. Мы будем смотреть на его моральное, духовное состояние. Если у человека нравственность, человек очень богатый. Дальше человек очень бедный. У него очень бедный. Он не может купить дом, он не может купить дорогие машины, которые несколько миллионов рублей. Он не может купить квартиру на Невском, да? На Чернышевском, на Крестовском он не может. Он живет крушевкой. Но человек очень богатый. Поэтому я, когда я смотрю на людей, которые очень богатые, имеют очень большие деньги, очень жадные, очень скупые, я могу сказать, что люди очень бедные. Бывает, человек очень богатый, даже ему жалко тратить деньги на лечение зубов своих детей. Вы ходите с зубным, да, дентисту. Вы спросите дентисты, какие зубы. Дети, которые имеют очень большие зубы, это дети у богатых людей. Он подумает, у него зуб падает.
Он покупает нескольких миллионов рублей машины, а поставить себе имплантат не может. Мне жалко деньги. Деньги на машине он может платить нескольких 10, 15, 5 миллионов, там 7 миллионов, 3 миллиона. А деньги, что поставить, один имплантат. Два, три имплантата, он подумает целый год. Когда он понял, что надо поставить имплантат, уже поздно, потому что зубы уже гуляют. Уже гуляет. Поставить? Он может поставить мост, он может поставить какие-то, как называется, протез. Думает, ой, тратить деньги 50 тысяч, мне жалко деньги. Он едет на машине, которая стоит 4 миллиона рублей, а поставить себе один имплантат 100 тысяч не может. Тратить деньги на машине 4 миллиона он может, поставить себе имплантат, что кушать нормально, ему жалко деньги. Свои собственные дети надо почистить зубы, удалить, да? Грязи, каждый там полгода один раз, ему жалко деньги 5 тысяч рублей. Что платить свои деньги, свои дети, ходить зубным, почистить зубы. Да, зубная щетка, да, которая стоит 200 рублей, ему жалко. Я куплю, который 50 рублей. Жалко, жалко. Так, попить кофе. Одна шарка кофе стоит 400 рублей, он может пить спокойно. Зубная щетка для своей собственной дочки, он купил 50 рублей. Ей надо еще думать, карта есть или нет. Надо купить по карте. Да, лента. Еще скидка 2 рубля еще. Ему жалко, а купить кофе, эспрессо, 450 рублей спокойно. Поэтому богатство мы не читаем, сколько у человека деньги есть. Сколько у него, сколько квадратметров его дома или квартира. Сколько ширина, длина его машины. Да? У него машины. Или сколько у него шапки, сколько у него бизнес, у него, сколько у него гостиница, сколько у него деньги в банке. Надо смотреть на его как на качество нравственности. Когда у человека есть нравственность, он знает, что плохое, что плохие, что хорошее. Когда человек может знать, он может сказать себе, он может выбирать, принимать решения, что короче вещи, что короче поведение или плохие поведения. Как вести себя достойно или недостойно, называется у человека, называется богатый человек. А человек еще не знает, что короче, что плохие. Пришел на работу, кричал на сотрудники, на подчиненные. Да? У него очень большая зарплата, очень богатый предприниматель, да, собственник бизнеса. Но считается, что человек очень бедный. Потому что деньги, которые у него есть, я могу сказать, это символ его бедности. Он много имеет деньги, но очень бедный человек. Не может заниматься спортом. Платит деньги, да, заработает деньги каждый месяц, там несколько миллионов рублей. Сниматься спортом ему жалко. Платить за спортклуб, спортивный клуб или спортзал ему жалко. Каждый месяц 5 тысяч рублей ему жалко. Заработал 5 миллионов, а 5 тысяч рублей, что ходить в фитнес-клуб. Ему жалко. Ходил в магазин, да, хотел купить продукты, ему жалко купить. Продукты хорошие, ему жалко. Получается, деньги, которые у него есть, делают, что он умирает быстрее. Поэтому я могу сказать, что люди, которые в стране, в этой стране, именно в России, чем больше деньги у него есть, тем быстрее он умирает. Чем больше у него деньги есть, тем быстрее он умирает, потому что он не ухаживает себе.
А он думает, что деньги может купить, как раз участие своих детей. Ушел из дома, положил 20 тысяч, каждый день 20 тысяч, 20 тысяч, 20 тысяч, 20 тысяч. Так сделал примерно 5 лет, а потом через какое-то время понял, что сын наркоман. Пошел на работу рано утром, 7 часов, сын еще не проснулся, пришел уже поздно, 12 часов сын уже лег спать. Через какое-то время он уточнил, что сын наркоман. Сын наркоман. А придется Ачан Часи довести до Таиланда, на лечение монастыря наркоманы, уже нескольких человек, понимаете? Деньги нескольких миллионов рублей, нескольких миллионов долларов не могут купить счастье. Потому что деньги не счастье. Деньги как змея. Деньги как кобра. Как Будда сказал. Однажды Будда пошел на подаяние рано утром по деревне с монахами, с учениками. Ночью, когда прошлой ночью грабители украли деньги у богатого человека. А потом милиция пришли. Ну, там охранники пришли, и они убежали. И получается, мешок деньги упали на около рисового поля вдоль дороги, где Будда ходил на подаяние. И рано утром люди пришли к Будде. Учитель, вы знаете, что вчера вечером украли, ограбили дом ученика вашего, самый богатый. Будда говорит, что да, я слышал. Я понял, его карма. Рано утром Будда пошел на подаяние. Вдоль дороги Будда уже пошел. Будда видел мешок деньги. Будда не обратил внимания. Ученик Будды сказал, учитель, подождите секунду. А Будда сказал, что ученик? Что случилось? Учитель, вот мешок деньги мы нашли. А вы ходили, вы слепой или что? Будда говорит, я не слепой. Я видел, что это мешок деньги. Он сказал, учитель, никому не скажем. Мы будем построить очень большой монастырь. Золотые монетки мы продадим потихоньку. Построим монастырь. Непроведенный ученик Будды. Так сказал Будде. Будда говорит, не трогай. Это кобра. Будда говорит, не трогай. Это ядовитый. Это еще хуже, чем ядовитая змея. Вы понимаете? Будда говорит, что не трогай. Будда говорил, что не трогай, потому что деньги разрушают мир. Понимаете? Не трогай. Он говорит, учитель, это очень большие деньги. Золотые монетки, давайте. Дальше мы отдадим вашему ученику обратно. Он точно 100%, 30% отдает монастырь. Будда говорит, что тогда возьми ядовитый кобру. Мы отдадим. В конце концов, ученик Будды такой пришел конкретно. И в конце концов, Будда позвал его ученик богатый. Он говорил, что возьмите ваши кобры обратно домой. Ученик говорил, что учитель, берите половину, давайте построим монастырь. Будда говорил, что я не хочу. Если вы хотите благодарить, вы можете готовить рисовый суп для монахи 500 каждый день. И один раз каждый монах одна тарелка хватит на 10 лет. Будда говорит, что давайте просто рисовую кашу каждый день одна тарелка для 500 монахов. 500 монахов. Вот деньги, змея. Деньги очень опасны. Деньги можно сделать, что друзья потроллились. Да? Друзья убили друг друга. Вы вспомните 90-х годов в России? Да? 90-х годов в России сколько людей убили друг друга из-за деньги. Поэтому Будда говорит, что второе имущество, благородное имущество человека
нравственность. Когда человек знает, что хорошее, что плохое, что такое доброта, что такое сострадание. Третье имущество, благородное имущество человека. Называется стыд. Знаете, стыд? Когда человек чувствует себя стыдно, сделать плохую карму. Когда человек чувствует стыдно, сделать плохую карму. Не стыдно перед кем-то, но стыдно перед себя. Понимаете? Когда человек сделает что-нибудь, и человек может сказать себе, я не буду сделать, потому что мне стыдно перед себя. Когда человек может сказать себе, что хорошо, что хорошее. Понимаете, да? Называется очень большое богатство человека. Очень большое богатство. Очень большое, как называется, имущество. Очень большое имущество человека. Имущество, которое находится с нами навсегда. Имущество, которое находится с нами каждой реинкарнации. Когда человек знает, что хорошее, что плохое. По-другому, я хочу сказать, называется осознанность. Да, осознанность. На язык пали называется ири. Когда человек знает, что он говорит, да, что он говорит, что он думает, о чем он думает, что он говорит, что он делает в данный момент. Когда он говорит, он знает, о чем он говорит. По-английски conscience. Conscience. Сознание, когда у человека сознание. Сознание, когда он думает, у него сознание, когда он говорит, у него как сознание, когда он сделает. Conscience, сознание. Или по-другому я использую слово осознанность, да, или внимательность. Кири, да, К-И-Р-И, кири, conscience, осознанность, внимательность. Когда человек знает, о чем я думаю, надо думать, о чем я думаю. Я уже говорил много раз в буддизме, о чем я думаю, мне надо думать, о чем я думаю. О чем я думаю, надо думать, о чем я думаю. А в другой религии нет. А Будда говорит, о чем я думаю, надо думать, о чем я думаю. О чем вы думаете, думайте, о чем вы думаете. Например, я думаю, сейчас мне надо думать, о чем я думаю. Получается двойное сознание. Сознание, которое контролирует еще сознание. Другое сознание, которое неаккуратное. Потому что сознание бывает аккуратное сознание, которое неаккуратное сознание. А сознание, которое аккуратное, контролирует и смотрит, и скажет неосознанное, неаккуратное сознание, что так нельзя. Эй, эй, эй. Эй, нельзя. Эй, нельзя. Называется по-английски, называется conscience. Внимательность, осознанность. Когда человек знает, о чем он думает, о чем он говорит и о что он делает. Называется кири, conscience. Следующий называется оттапа. Оттапа.
У человека, когда у человека страх, результаты плохие кармы называются оттапа. О чем он думает сейчас, что он говорит сейчас, что он делает сейчас, надо смотреть, что будет под следствием. Следствия какие? Результаты какие? Какие результаты? Не так просто я хочу сделать, и я это делаю. Я хочу сказать, поэтому я так сказал. Ты понял? Это русский очень любит. Я хотел сказать, поэтому я сказал. Все. Нет, нельзя. Если ты хотел сказать, подумайте, что будет результат. Какие результаты? Я хочу сказать, что вот Виталий дурак, а я думаю, что и какие результаты? Что я сказал, что Виталий дурак, на самом деле я сам дурак, то я так сказал. Понимаете? Поэтому Будда говорит, что вы должны бояться результаты плохих кармы, которые вы делаете сейчас. Какие последствия будут? Какие результаты будут? Какие плоды будут карми? Какие кармические плоды будут? Надо думать. Не просто я хочу сделать, и я сделаю. Я не верю в закон кармы. Карма меня не кормит. Я не верю. Не забывайте, кормы, которые вы кушаете сейчас, это ваши плоды кармы. Одно и то же. Понимаете? Надо очень аккуратно. Назва оттапа. Страх. Плохие результаты, плоды, плохие кармы, которые мы сделали, которые мы сделаем и которые мы будем сделать.